Более двух десятков человек осудили на Алтае за регистрацию фирм на подставных лиц. Виновных приговорили к серьезным штрафам и реальным тюремным срокам. Как сообщили в Алтайском управлении Федеральной налоговой службы, всего с 2017 года возбудили больше 70 уголовных дел, которые касаются участия граждан в организации подставных или фиктивных фирм. На сегодняшний день суды вынесли 23 обвинительных приговора. Отметим, по закону наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до 5 лет. Как много граждан получили реальные тюремные сроки, правоохранители, правда, не уточнили. Но они отмечают, что под следствие рискует попасть даже тот, кто просто предоставил свой паспорт для регистрации фирмы. Так, один из осужденных, поступивших таким образом, заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Между тем, из более чем 2500 заявок на регистрацию юрлица в 2018 году, 400 было отказано по причине того, что у налоговой возникли подозрения о фиктивности таких фирм.